Всем привет! Обойдемся без долгих вступлений. Как видите, идея автоматического велосипедного привода получила свое продолжение. Принцип действия рычажного автомата предельно прост и понятен. Чем сильнее сопротивление движения велосипеда, тем меньше радиус качания рычагов и тем ниже передаточное отношение к ведущему колесу, и соответственно, тем легче нам крутить педали. Ну и наоборот, когда сопротивление движения снижается, когда педали крутить становится легче, например, на ровной дороге или на спуске, тогда передаточное число автоматически увеличивается. Это значит, что механизм подстраивается под велосипедиста в зависимости от дорожных условий. Разумеется, это только прототип. Он излишне тяжелый, не отличается красотой и грубо сложен. Но важнее, что механизм полноценно работает и реализует заложенные в него характеристики. Преимущество ART – это доступность и простота, а также то, что она выполнена в формате навесного оборудования. Это позволило сохранить доведенную до совершенства конструкцию ключевых узлов велосипеда. В результате получаем полноценный привод с передаточным диапазоном и стоимостью классической многоступенчатой конструкции, но при этом с возможностью автоматического переключения передач. Такой привод незаменим для велобайков дорожного типа. Он прекрасно вписывается как в условия городского пользования, так и для поездок вне асфальта. Рычажный механизм работает в условиях пыли и грязи ничуть не хуже классического привода. Я проверял. Что-то подсказывает мне, велосипед с доступным и надежным автоматом – это давняя мечта многих велосипедистов. И может быть, проделанная мною работа станет залогом для ее воплощения.